По парку накануне вечером прошлись две таких группы. В каждой представители муниципалитета, казачества и сотрудник полиции. Обнаружили сразу несколько автомобилей, припаркованных в парковой зоне, что запрещено, и за это полагается штраф 1500 рублей. Нарушение фиксируют на мобильный телефон. Это доказательство для суда. Также одна из задач – проверить торговые точки, чтобы у всех были документы и находились они в строго предписанном договором месте. Подобные рейды и далее будут проводиться на регулярной основе.